Этот проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он. Он есть. Он так и называется. Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Именно о гарантиях, о которых вы сказали, уважаемый друг, президент Южноафриканской Республики. 18 статей. Более того, к нему есть еще и приложение. Они, знаете, сейчас даже не буду об этом говорить, они касаются и вооруженных сил, касаются других вещей. Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил. Вот этот документ. И он парафирован киевской делегацией. Подпись стоит. Но после того, как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно, делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории. Скажем так, аккуратно и постараюсь интеллигентно выражаться. Они отказались от этого. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей?